понятно, о чем человек молится. У него были килим, что у него были килим, в которых он сможет раскрыть Творца, чтобы доставить ему наслаждение. Но он вначале говорит, что он не молится о себе, а молится об общем, о массах. Но масса, у масс нет такого желания, так чем же он тогда просит? Все желания, которые есть в массах, это желания человека, которые предназначены для этой работы. Желание не находится в том же месте, где душа, намерение. А желание внутри народа своего пребываю я, а намерение человек должен развить. Это уже две вещи отдельные. Есть желание виют, допустим, в рожь парцов, и на него есть сокращение, экран, отраженный свет, разные действия. Это желание начинает выстраиваться так, что его уровни, свойства, строение, все изменяется по отношению к тому, что чем хочет пользоваться намерение. Намерение называется рож. Желание называется гуф. Мы работаем над рож, над намерением, чтобы оно соответствовало гуфу. И тогда пользуемся. Если между ними нет соответствия, то есть проблема. Если было бы было соответствие, и оно пропало, это разрушение. Если соответствия не было, а сейчас есть некое соответствие между намерением и желанием, то есть уже рождение парцуфа, построение парцуфа. Так что значит просить кли? Кли — это намерение. Намерение ради отдачи. Желание, мы говорим, что нет желания. Желание есть, только желание не... Желание не выстроено правильным образом, не находится под намерением, нет новых желаний. В соответствии с... Почему есть разбиение келим, и сокращение, и скрытие? Для того, чтобы мы начали сортировать келим, и согласно нашей способности могли бы присоединить их. И как ребенок, который рождается и растет, растет, так и мы исправляем разбиение.